Я Токалин Вениамин Николаевич, город Оренбург. Делаю вопрос заявления о коррупции президенту Российской Федерации Путину. Почему до сих пор не арестован ближайший подельник Александра Реймера, Вячеслав Кузьмин из Оренбурга? Может быть, потому что он и сейчас пьянствует водку с генеральным директором Следственного управления Следственного комитета по Оренбургской области Колотовым Сергеем Федоровичем. Кузьмин был освобожден от должности исполняющего обязанности директора ФСИН указом президента 15 октября 2012 года, пробыв в должности чуть меньше 4 месяцев. По официальным сообщениям СМИ, Кузьмин попал в круг основных фигурантов по делу о миллиардных хищениях. Увы, до сих пор почему-то он на свободе.